Привет! С вами Торо, вы на канале Nissan Rise, и пришло время крутить еланьку, но перед этим, ребят, хочется сказать отдельное огромное спасибо тем, кто помог справиться с той не совсем маленькой проблемкой, которая у меня была. Вот, но там кот прям особенно отличился, поэтому сегодня он переехал на футболку. Вот, еще раз, ребят, большое, огромное всем спасибо. Фух, проблема разрешилась. Вчера где-то в районе 11 ночи мне пришлось ехать, чтобы все дело успеть и все было нормально. Вот, а теперь нас ждет еланька. И, наверное, Елань это единственный за все мое время игры в Genshin персонаж, к которому я готовился. Привет, ребят, тем, кто к нам только присоединяется. Короче, суть-то в чем? Смотрите, вот значит Еланька. Вот у нас 71 крутка, и у меня откручено. По-моему, 9. Угу. А благодаря Кицине мы сэкономили крутки. Точнее, как мы сэкономили крутки? Мы теперь гарантированно получим Еланьку. Короче, ребят, чего тянуть? Кота? Ну, получается кота. Поехали. Все, давайте, выбиваем Еланьку, делаем из нее конфетку и смотрим, на что она вообще способна. А еще я бы не отказался хотя бы от одного ржавого лука. Я за всю игру так и... не выбил. Да, Нэри, чистил, бросай после этого, после стримчика обязательно того. Вот. Сейчас нам главное еланьку-то выбить. Ну, в принципе, ну, все же должно пойти нормально, да? Да, вот если бы еланька пришла пораньше, то я бы смог, наверное, попытаться покрутить на нее сигну. Шансов, конечно же, мало. Но, блин, почему бы и нет? Мне, по-моему, лиса пришла раньше, если я ничего не путаю. Цуга, привет. Да еще ничего. Ничего не пропустил абсолютно. Мы вот только-только начинаем крутить. Если у кого, ребят, есть лишняя удача, то приму в дар. Мне хотелось бы еще и сигну, как бы, да, покрутить. О, шпинат, давай! Давай, говори, когда еланька и... даже так. Я уверен, что она ко мне придет. Шпинат, в этом плане я в тебя верю. Вот 50 круток еще, шпинат. Говори, мы тебя послушаем. Во, и удача от кота прилетела. Ну, как бы... Сейчас шпинат с бубном побегает, он не лису так... А, нет, подождите! Помните Дилюк же, да? Дилюк и лиса, по-моему. Шпинат сказал, что тебе выпадет Дилюк и лиса. Я крутанул, а там и правда Дилюк и лиса, и как бы... Угу. Домти, привет. В смысле нога... Ой, все, шпинат. Я с тобой не разговариваю. Ребята! Шпинат! Мне кажется, или ты сломался? В смысле на гарант? Фокс, привет! Так. Так, ребят. Это какая? Это 30-я крутка получается, да? Угу. Можем даже еще попробовать сигну покрутить. Получается-то. А шпинат дал неверный... А нет, ну смотрите, а шпинат только написал одну фразу свою, и сразу елань выпала. Угу. Ну привет, моя ж ты прелесть. Дождались, ребят. Фух. Да Фокс, в смысле гниды, все хорошо. Все. А что если их тут две? Оли, привет. А что если их тут две? Раз такое дело. Ну вот только шпинат написал свое пророчество, и сразу выпала Елань. Значит, из оружейного баннера должна выпасть по-любому сигна и должен выпасть ржавый. Ну, иначе все. Не, ну.
Сейчас мы ей прямо займемся. Это 40 круток остается на то, чтобы выбить как-то сигну. В смысле, шпинат? У меня 9 откручено было. Ты чё? Я в начале стрима показывал, что там 9. Так что все хорошо. Так, давайте я покажу, как я подготовился вообще к ней. Потому что я без всяких шуток к ее ланьке я готовился. Я прям... О, кстати, у нас C6 теперь яньфейка. Я знаю парочку человек, которые за это мне лицо откусят. Которые мейнят эту девочку. А я, конечно же, не из их числа, но... Но да. О, а Тома Сяо все-таки получила. Поздравляю, получается. Так. Так. Как же я все-таки к ней подготовился? Давайте. Давайте смотреть, на что меня хватит. Я очень надеюсь на то, что я в расчетах... В расчетах нигде не провтыкал. Я не должен был в расчетах нигде провтыкать. Давайте проверять это дело. Ну, я серьезно готовился. Фокус, ля, ты злой. Хотя, когда ты был добрым? Ой, какая же прелесть. Ну, по-моему, я в расчетах, ну, вообще нигде не должен был провтыкать. Угу. Фокс хороший, когда спит зубами к стенке. Так. Мы прям попробуем сейчас из нее сделать конфетку. Еще сигну на нее сейчас выбьем. И все. Ну, что-то я в себя слишком поверил, получается. Думайте, спасибо. Спасибо за 5 эликсира. Будем еланьку отпаивать, получается. Во, потом пойдем ее тестить. Да какое крыло? А, ну кстати, Мил, а ты же понимаешь, что если мне выпадет крыло, у меня будет C5 крыло. А это тоже, простите, неплохо. Так, допустим. И спасибо, ребят, за ману. Полетел, сахарочек, спасибо за 65 трапиков. Спасибо. Так, итого, что мы получаем по итогу? 90-я еланька у нас есть, так? Но нам этого мало. Само собой, давайте круточки заберем. На этом мы не остановимся. 90 и 90, это хорошо. Мы еще, кстати, C6 Кёку можем выбить. Все предпосылки есть. Ханта, привет. Так. Поехали, получается, дальше. Я ж готовился, ребят, я готовился, я прям... Так, Фокси, она мне как саппорт нужна. У меня ёмочка, да-да, вот. У меня под ёмочку будет и коза, и еланька. Вот. Типа ульта козы, поверх ульты козы, ульта ём, ульта елань, которая дает еще и заморозку сверху, и... Йома, которая просто все это дело уничтожает. Да, Йоми... Нет, Йома теперь в моем гареме, как бы, а все. Так. Я готовился, ребят, я, блин, готовился. Я честно готовился. Я к еланьке готовился, я ее ждал. Прям ждал. Сейчас мы ее доведем до ума и пойдем крутить сигну и вообще смотри. А у меня просто нечего ей дать. А вот. У меня вообще нечего ей дать. Из луков. Кстати, а кто уже выбил? М? Сигну-то на еланьку. Есть у нас такие товарищи? Танрен, привет. А, ну, понял. Сейчас. Сейчас пойдем накрафтим. Это не проблема. А, ну и да, я же говорил, что она отожмет место в отряде у Итта. Так, сейчас поймем, как она выглядит. Во. Ах. У нее... Подождите, что? Ну да. У нее у арто, без артов 19 кхп почти. Вообще без них. У меня Йома фулл одетая с 15-ю и коза с 15-ю. Ну там понятно, там ей дают навыки хп, но у нее жартов даже нету, у нее уже 19 кхп. Сейчас еще докачаем.
Слушайте, ну, мне нравится абсолютно все. Все, поехали, поехали. Не отвлекаемся, доводим ее до ума. Потом еще арты на ХП возьмем какие-нибудь. А, систему рекомендаций, кстати, да, я же не видел, ну-ка. Ама-ма-ма-ма-ма-мам. Где-то мне должны, по идее, советовать, как ее качать. А, совет. Ага, угу. 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 Идет сбор данных. Я так понимаю, идет сбор статистики, кто в чем бегает на Еланке. Не, понятно, что ХП, кто же сомневался в Тлакре. Ну, ща-ща-ща-ща-ща, мы сделаем то, зачем мы вообще тут. Так, мне нужны шевроны. Шевроны, шевроны. По-моему, шевроны. По моим этим подсчетам, у меня всего должно было хватать прям с головой. Вот шевроны. Давайте вот так сделаем. Не, по моим подсчетам все должно быть хорошо, но... Так как считал все-таки я, то, возможно, где-то могут быть промашечки. А, так шевроны же еще зеленые можно накрафтить. Че я туплю-то? Так, 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 так. Ну и финалочка. То чувство, когда коронуешь персонажа, даже не видев, что он вообще делает. Ну, можно. Я думаю, достойно. Я ее очень долго ждал. Слушайте, ну неплохо получается, да? Она вот вышла. Сразу апнула 90-й. Сразу короновалась. Так, книжечки фиолетовые, ага. И еще нужны шеврончики. Уф, я готовился, я готовился. Я прям... Угу. Это же оно? По-моему, да. Я прям готовился, готовился. Танран, ну с ивентами, я думаю, 14 круток вообще не проблема будет собрать. Так, а вот, похоже, не все так гладко. Я так понимаю, мне не хватит книжечек. Скорее всего, вот буквально парочки. Но мы что-нибудь с этим обязательно придумаем. Так, ну, 30 шевронов должно хватить. Ну и на случай, если вдруг 30 не хватит, давайте сделаем... Еще немножко. Ой, Никлаус, в смысле, когда? Давно изменился. Давным-давно уже. Так. Поехали. Сейчас заодно... Блин, я не глянул, сколько у нее ХП, вот в таком состоянии. Так. Смотрите-ка. Смотрите-ка, кто великий щитовод, кто насчитал. Блин, мне книг не хватит на корону. Мне стоило просто еще один день побегать за книгами. Понедельник, четверг, воскресенье. Угу. Сегодня вторник, ну ладно. Так. 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 А, в Сигну я почему-то не верю. Но крутить ее, конечно же, мы будем. Так, так, так. 41, надо еще зайти в магазин, вытащить. А вот тут. Аж две целые крутки. Блин, ну да, я что-то не рассчитал. Мне казалось, что... А, подождите-ка. Ну я же, да, все книги уже. Угу. Я думал, что я выформил. Фокси, привет. Так.
Да, Фокс, ты что, веришь в то, что я смогу вытащить Сигну? Серьезно, ты в это веришь? Напомнить, как я... Спасибо, Фокс, спасибо. Напомнить, как я на Итой Сигну крутил? Угу. Напомнить? Мне два небесных, просто... Всем все падает. Фокс, не поверь, не всем. Ты вспомни, как я выбивал Ита. Блин, ну хотя бы, даже если не Сигна, просто ржавый. Один ржавый, и я уже буду доволен. Я честно буду доволен. У меня Йома будет с C5, получается, ржавым. Это уже хорошо. Да, как я люблю копейщиков, настолько же часто мне падают копья. Угу. Нэри, ну не, жизнь так не работает. Ну, почти ржавый. В смысле, за 15 круток? Ах, ладно, я пока буду молчать, пока я свои крутки не открутил. У меня, кстати, в оружейном баннере тоже 9 круток было откручено. Ровно как и в этом... Ровно как и в баннере персонажа. С первого раза мне Сигна падала... Спасибо за копье. По-моему, только на эту. На Аяку. Давным-давно, вот когда был самый первый баннер Аяки, мне тогда на нее Сигна из оружейки упала, когда еще не было вот этой штуки с гарантом из оружейки. Угу. Ну что, делаем тык? И в итоге где-то еще 5 круток у меня будет. Да ну почему церемониальный? Ну почему? Почему не ржавый? Нэри, спасибо за 10 кутажонов. Не, ну кстати, если упадет коршун вдруг каким-то чудом, ну... Сяо будет рад, я думаю. Просто тут интересно то, что у меня сейчас вообще нечего ткнуть-то на еланьку. А вот, и это немножко печально. Да, церемониальные меня явно любят, ну да. Итого мы получаем, да, 5 круток. Давай, еланька, давай лук. Дарк, привет. Давай. Нам бы это очень пригодилось. Не, Надежда, конечно, умирает последней, но что-то она уже скончалась. Не, ну слушайте, у меня будет откручено, получается, где-то в районе 50 круток на оружейке. То есть до конца обновы еще можно попытаться, до конца баннера, вот, за 21... За 21 день, я думаю, еще можно попытаться натыкать что-нибудь на лук. Ну, вот как-то да. А, давайте Кицуну выбивать, чё это я? Поехали. А вдруг еще и Кицуна приедет. Там последнее-то осталось, божечки. Делов-то. Ага. Так, давайте проверим, все ли правильно. Было 9 круток. Да, было 9 круток, и получается, я открутил, наверное, 41, потом еще 2 докупил. Итого 52 крутки где-то. Угу. Так. Теперь вопрос в другом. О, почти 19 хп без артов. Угу. И что делать с этой женщиной теперь? Какой лук ей выдать? М? Ваше предложение на этот счет, просто я вообще ума не приложу, что ей можно всучить. Ах. Ну, Фокси, 2 коршуна на Сяо еще лучше.
Или там скиллы от ХП. Как бы. Вот. Тут все идет от ХП. Гидроурон ульты зависит от ХП, Елань. Опять же, Ешка тоже зависит от ХП, Елань. Получается, да, получается, раз она у меня будет саппортом, пока я, наверное, отожму у Венти, бесструнный. Или с чем он там бегал? Давайте посмотрим. Сейчас мы чего-нибудь отожмем у кого-нибудь. Боже, сколько хлама. Так. Нет. Нет. Как бы да, но 50 уровня... Нет, наверное, все-таки вот этот будет получше. Фавоний. Он есть. Есть Фавоний, но он, блин, 50 уровня. Угу. Не, ну да. Само собой, Фавоний. Да. Фавоний Фавонием, но только вот... Секундочку, подождите, а откуда? Откуда у меня столько ресов на это дело? Угу, серьезно? То есть, получается, я каким-то неведомым образом и к этому был готов? Так сама судьба, действительно. Да, верните обратно. Да... Я опять все сломал. Даже ресы откуда-то есть. Я же не-не. Ничего я не фармил и в мыслях даже не было. Получается, оно само как-то насобиралось. На ивенты давали. Ну, я ж все равно кучу тратил на прокачку чего-то. Откуда их столько осталось? Вообще без понятия. Да ладно, грех жаловаться. Даже деньги есть на прокачку. Да... Ну, короче, не хочет. Эвил, привет. Чайник заработал. Ну, блин. То есть, получается, мне придется все-таки и надзумский чайник себе строить, да? 45 восстановления. Угу. Так, мне нужно 3 фиолетовых оковов. Угу. Пойдем. Что поделать? Так, оковы, оковы, оковы фиолетовые. Они где? Так, 3 штуки. Та-та-та. Угу. Я настолько хорошо преисполнился в чайнике, что я собирался. И я даже не знал, что чайник не работает. Мне сказали о том, что чайник не работает, когда уже прошло, наверное, недели две. С тех пор, как он не работал. Угу. Ой, сейчас посмотрим. Эвил, так на ютубе будут, когда Ханкай будет. А Ханкай, по идее, скоро должен быть. Сейчас мы разберемся. А, с сюжетом в Геншине, и да. Я еще не отказался от затеи чередовать все это дело через день. То есть, один стрима у нас по Ханкаю, один день по Геншину. Так, ядро хаоса, наверное, скрафтим. Оковы. Угу, опять фиолетовые, нужно 6 штук. Угу. И ядро хаоса. Угу. Не, короче, не хватит нам на максимальную пробуду лука, но... Но... Мамир, да никак, я ей еще из города не выходил, я не знаю, что это за персонаж. Я ее пока только готовлю к вылазкам. Так, ядро хаоса, ядро хаоса, ядро хаоса, оно самое. Угу.
Так, допустим. Да, но оковы все равно придется фармить. Кот, спасибо за третий уровень сапки. Спасибо. Внезапно. Блин, я опять не пере... Я опять не переделал уведомления о сапках на Трова. Потому что видим мы их раз в год, поэтому я такой... Угу. Спасибо. О, зато у тебя теперь, по идее, есть смайлики из Старрейла. Это не точно. Так. Итого мы имеем 80-й. А, Фавоний с 56% восстановления энергии. Угу. Так. Ну-ка. Ну, кстати, визуально белоси... А, так слушайте, а лук-то по цветам ей подходит? Он-то бело-синий, как и Елань. Все. Эстет во мне жив прям. О, кот, а разве он сейчас не это, не под санкциями? Говорят, он вроде тоже не работает. Оказывается, работает? Тиньков-то. Так, а что делать с Еланью, я не знаю. Наверное, арты ей как-то завести. Во-первых, ей нужно два арта гидросета. Эта штука у меня где-то была. Давайте посмотрим. Сердце глубин. А, сработал? Блин, значит, работает. Там просто настолько противоречивые данные на этот счет. Не. Что-то как-то... Шапку на силу атаки. Вот что есть. Но это само собой нужно. А, и планер, да, и планер ей тоже сменим обязательно. Я... Нет. Нет. Тут 27% защиты, альбедо меня не простит. А вот у Кицины, пожалуй, можно и отжать. Так. Какой-никакой бонус сета мы собрали. Из двух частей нам пока этого хватит. Сакура когда? Так тогда. Сакура в процессе, она проходится. Никто об этом не... О, ХП плюс 4%. Да, то, что нужно. То, что доктор прям прописал. Сила атаки, крит урон, восстановление 4%. О, ХП. Вы посмотрите, сразу косарь 300 ХП. Почему нет? Кого еще раздеть можно? А! Опачки! Опачки! Ребят, ребят, ХП, сила атаки почти 15%, восстановление энергии 21%, еще и крит урон 8%. Мне кажется, этот арт как раз таки и ждал, когда Елань за ним придет. Елань за ним пришла. Так, теперь осталось шапочку, а вот на что шапочку... Ну, какой-то не критично, какой-то у меня бегает как болванчик, просто ешку иногда кидает в той же бездне. Ей можно будет нацепить просто любой другой арт какой-то на ХП. Но тут просто очень вкусные эти восстановления энергии. Я все равно какой-то не ультую, потому что у меня какой-то не дамажит. Зачем ей столько восстановы, непонятно. Крит урон, 15% восстановления, сила атаки. Блин. Возможно, можно будет отжать у Джин, но нужен ли ей крит урон? Восстановление и опять же 5% защита. Сейчас мы просто посмотрим, выбор из чего у меня есть. Давайте глянем хотя бы статы, какие у нас получились, и будем оттуда... Так, 31к хп. Мало, конечно, мало. Угу. Стыдобата какая. Скарлетт, привет. Да вот, разбираемся. Вайланс, привет. С 30-й. Ну, по сути, с 30-й. У меня 9 было откручено, ну, грубо говоря, с 40-й. Так, слушайте, прям могём, да? Но зато восстановление 177.
Ну, такое. Ну, она нам для ульты и ешки, правильно? Тут понимаете, в чем проблема? Тут вообще плевать, на что ставить арты, как бы ничего особо не изменится. Мы на крит урон, ну там 120% заимеем, но... Не... Чё-то как-то мне кажется не то, чего я хотел бы. Не, ну да, крит урон-то по-любому нужен. Сейчас найдем у кого, блин. А, шанс крита и восстановы еще. Угу. Сейчас мы быстренько на... А... У меня у Итта еще до сих пор арты не прокачаны, да? Так. Так. Ну, мне вот-вот на раннее выпадение мне обычно везет. Ну, пока вот это, наверное, напрашивается у Райден, если попросить, она, наверное, отдаст. Блин, шанс крит. Вот так вот можно немножко балансно все сделать. Получится. Не, говно, по-моему, получится. Как все плохо, да? Это точно не нужно. Так, с вот этим хламом у нас получается что? По итогу-то. 73-83. Подождите, давайте хотя бы... Крит-атаки имеют 100% шанс... Блэкбери, привет! Вот оно что! Так, слушайте, мы с шансом крита в 73... Пойдемте кого-нибудь забодаем. Пойдемте вообще посмотрим, как Елань работает. Кто она такая? Что она вообще может? Сейчас возьмем деда и пойдем кого-нибудь потыкаем. Все, мечта идиота исполнилась. У него три хрупкие лучницы. Да, две хрупкие, одна крупненькая и вот под защитой одного деда. Сейчас пойдем тестить. Планер поменял, да. Так, Бонь. И по идее... В смысле 40к? Подождите-ка. Асхерали. А что за приколы такие прикольные? Это что было? Так просто прикол в чем? Сейчас мы 20к съешки. Чего, блядь? Что? Это вообще как? Ты кто такая, женщина? Так это у меня говно арты, и у меня хп только 30. Да, ей-то можно хп, простите, насобирать. Вон 47, как у деда. Знаете, то чувство, когда ты... Очень ждал персонажа. Ты выбиваешь этого персонажа. И смотрите, как ульта, блин, с фавонием-то копится. Ты выбиваешь этого персонажа, и он тебя не разочаровывает просто пока ни в чем. Так, Еланька, ты готовься, мы завтра тобой в бездну пойдем. Так сейчас, это же было не все. Сейчас мы кооперацию с козой затестим. Фанат, привет. А, халда сколько бьет? Кстати, подождите. После ешки надо же халду, потом... После ешки на ней нужно халду же нажимать. Так. После ешки, ешка же дает ей этот... Бла-бла-бла. Каждый противник, отмеченный нитью жизни, дает Елань 34% шанс на получение прорыва при взрыве. А прорыв — это халда, которая заряжается... Вот. Через 5 секунд вне поля боя Елань входит в состояние прорыва, которое сокращает время зарядки ее следующего. Ну, короче, халда на 80% быстрее заряжается.
Ну так простите, это можно и ешкой откатывать. Угу. Так, не, погодите, это скучный дейлик, не хочу. Где там боевые дейлики? Мне срочно нужно тестить. Елань пока мы еще не раскрыли. Сейчас будем раскрывать. Это ж по идее, ну-ка. Мы делаем вот так. Делаем вот так. Делаем вот так, вот так. Делаем вот так и просто тычем. Ну что я могу сказать? Женщина как бы может. И у нее уже ульта зарядилась. С этой восстановой и с критами, которые есть. Слушайте, это как-то странно. И тут голуби. А, во. Во, все, отлично. Поехали. Да, ёмой нужно тыкать под ультой. Да-да-да-да-да. Ну, я сейчас пока просто горенькую Елань тыщу без отряда. Ну, то... Господи, да смени ты уже этот планер. Не, Нэри, ну это просто пока они враги, вяленькие, дохленькие. А так, по-хорошему, там да, там нужна ульта козы, ульта еланьки, и все это дело раздамаживает ёмочка. Угу. Ага. Вот так вот, значит, да? И у нее опять ульта зарядилась. И... К самураю в Инадзуми, точно. Я даже не знаю, что в ней можно еще добавить. Мне уже... Мне все нравится. Вот на самурае мы сейчас затестим прям комбо. Мы ультанем козой, ультанем еланькой и потыкаем ёмой. Вот. Вот-вот-вот. Точно. Теперь Йома прям вот заиграла новыми красками. А если получится ей выбить... А зачем мне ей сигна теперь? Так, планер. Я о тебе вспомнил. Да-да-да-да-да-да-да. Подождите, а зачем мне теперь ей сигна, когда она у меня, ну, как бы саппорт, но... Ну, блин. Что? А, это эти ж. Не, ну, получается вот эти. Не, ну сигной, получается, ее в саппорта уже не собер... Нет, я буду выбивать, само собой. И тогда она резко превратится уже, знаете, не в саппорта. Так, давайте смотреть... Просто на урон. Угу. Если бы он еще урон получал. Было бы, знаете ли, в целом-то неплохо. Сейчас щиток откатим и будем убивать это чудовище. Я до этого-то играл однокнопочно на Йоме, а теперь мой геймплей, он стал... Ну, вы понимаете, да, каким теперь мой геймплей-то стал? Я что-то вообще как-то вот как-то да.
Да, ну вот этот черик у Сталлоне не замораживается, а если мы вот просто возьмем и куда-нибудь прыгнем на еще каких-нибудь врагов. Ну-ка. Вот, допустим, вот наша жертва, да? Тут главное попасть по этим жопеням, набить ульту за 2 секунды, прожать ешку и просто паром затыкать. Я козой утонуть забыл. А вы видели скорость набора ульты Еланью? Еланечкой. Посмотрите на ульту, вот просто посмотрите на это чудовище. Ладно, в этот раз не так быстро, хорошо. Не всегда все работает так, как хотелось бы, но в целом. Блин, да она прекрасна, все, вердикт. Я готов сделать заключение по поводу Елань. Это один из тех персонажей, которых я, ну, не зря выбивал. И не зря я к ней готовился. Сейчас только вот нужно будет книжечки, чтобы автоатаку ей подкачать. Да и как бы и все. Готово. Подождите, я хочу еще кого-нибудь тыкнуть. Я не успокоился. Мне мало. Я просто, когда Еланьку сразу увидел, это была, ну, прям любовь с первого взгляда. Тут, о, кстати, ходь-ка сюда. Ну, тут, ладно, без ульты все не так радужно, как могло бы быть. Сейчас кого-нибудь найдем и быстренько жмыхнем. Нет. Для таких врагов у нас есть все-таки Йома. Мне нужны прям какие-то... Во! Ребята, я нашел. Я искал, искал, и я нашел. Так, ладно, с тобой потом поговорим. Летит уже, да? Нет. Короче, план капкан. Ну, как бы... Вот. Да, 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 я же хотел себе трех лучниц, поэтому... Ничего удивительного в том, что их тут как бы, ну, три. В отряде. Все, я доволен. Я просто доволен. То чувство, когда добавить даже нечего. Оно прям все настолько хорошо, что... Ну, а куда лучше-то? Ну вот, теперь у нас Итта перешел в режим бездны. Потому что мы нашли прям очень достойную замену для Итта. Да, Нэри, да, но рулетка появится в следующий раз, когда мы уже сюжетку допройдем, потому что сюжетку и ивенты я хочу играть Еланькой, я хочу ее тестить. Да я думаю, многие хотят посмотреть, что она вообще из себя представляет. Так подождите. У нас еще есть бездна. Которая у меня, к слову, еще не на все звезды закрыта, я, может быть, ночью сегодня... Решу немножко пострадать и взять туда... О, подождите. Давайте на один этаж зайдем, знаете, где вот много врагов. Этот самый, наш любимый 11 этаж. А во. Где монолит защищать, все вот это. Давайте заглянем, давайте посмотрим, потому что... Еланька там должна себя чувствовать, ну, просто офигенно. Причем мы ее во второй отряд возьмем. Не, в первый у нас пойдет Кито.
Ну, кто пойдет? Коза пойдет, Ита пойдет. Какоми пойдет. Сейчас мы быстренько просто проверим, это важно. Какоми, правда, немножко раздетая, но... Со своими задачами она, я думаю, справится. А, ну и Казуха, само собой. Так, здесь готово. Сюда у нас идет. А кто идет-то? Ну, само собой, Аяка, Елань, Йома и Дед. А Венти где? Тогда не Йома, тогда просто Дед. Тогда просто Венти и Дед, во. Чё-то я уже запутался, пока сидел, пока думал. Ловок, привет. Так. Монолит, монолит. Поехали. А, там ивент уже доступен же. Ай-яй-яй-яй-яй, как неосмотрительно с моей стороны. Может быть и там-то можно все это дело потестить же. А то, чё это я, как-то я так... Просто, я думаю, вот здесь, во втором этапе, Еланька сможет прям разыграться. Мне почему-то так кажется. Там блин, все, я хочу теперь на ивент посмотреть, но я хочу по сюжету пройти, я все хочу. Я хочу ближе познакомиться с Еланькой. Так. Ну что? Ну что? Сейчас главное Венти не убить, а там... А там уж... Разберемся. Не, все-таки не так это работает. Йонда было в первый отряд. Наверное, скорее всего, но ведь не точно. Не, ульта работает прям как нужно, прям как и задумано. Да нет, ладно, все хорошо. Феликс, а сейчас мы вот эту штуку протестим и перерыв. Потому что я тоже хочу кофе. Кофе у меня закончилось, и как бы и вот. Блин, ну хорошо, прям душевно, мне нравится. А все. Потестили. А, да вот, вот, кот, да, 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 я про халду забываю. Об этой механике, что ешечка, а потом халда. Так, а также оно не работает. Да, 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 там нужно. А нет, слушайте, работает. Ну там же от шанса задетых врагов. А, когда браслет светится, она в прорыве. Вот. Браслет засветился, делаем халду. Вот как это работает. Вот что это за браслет. Это индикатор прорыва. Слушайте, забавно. Аяка у меня не готова. Она в процессе разработки еще. Ну, вот такая Аяка. Вот. Она критует редко, но метко. Вот как-то так. Блин, а я же еще не слышал звуков. Так, сейчас мы залезем на ту скалу. И надо будет сделать перерыв, а вы заодно послушаете, какие звуки Елань вообще издает. Новый лук в ивенте. Я видел, да, но мне нравится вот то, что собрано на ней. Мне нравится вот прям на 100% вот этот билд. Прям очень-очень сильно нравится. Все, ребят, давайте сделаем небольшой перерыв буквально на 5 минут и продолжим. Пойдем, скорее всего, основной сюжет проходить.